На одном из заводов Кокшетау собрали 360 аппаратов ИВЛ. 80 из них бесплатно передали Министерству здравоохранения. Еще около 100 в ближайшее время руководство предприятия передаст Министерству промышленности. 245 единиц медицинского оборудования отправлены в регионы. Ранее завод по производству авиационных запчастей выпускал около 30 аппаратов ИВЛ в месяц. С начала пандемии мощности производства увеличили в несколько раз. Имея функцию автоматического режима работы с принудительной вентиляцией легких, подачи кислорода. Адаптирован к подключению к общей системе подачи кислорода, к кислородному баллону, ну, то есть может работать в автоматическом непрерывном режиме. Он имеет все двигатели пневматические от того самого баллона, поэтому имеет возможность автономной работы без подключения электроисточника питания.